Всем привет, на связи Акцент. Сегодня ваше внимание будет нижнее белье Underwash CND. Сток, размер, объем 3,3 кг. Первые идут трусы 3 пары, 2 XL, мужские. Далее XS, это лифчик. Далее смотрим трусы. Размер L, далее трусы размер M, 100% катон, далее идут трусы размер M, 65% катон, 31% полиэстер, далее 80C корсет. Трусы две пары 2XL, 95% катон, далее корсет 90D, трусы 4 пары размер S, состав 95% катон. Так, 95C лифчик. Далее идет размер. Сейчас 80B. Далее трусы. Восемь шестого размера. Состав 95% катон. Далее трусы размер L, также 100% катон. Далее 5 штук трусов пачка размер M, 100% катон. Далее трусы размер S. Далее у нас трусы размер XL. Так, здесь у нас трусы. Три штуки, размер M. Так, здесь у нас трусы размер S. Здесь у нас лифчик размер S. Я так понимаю, это трусы распечатанные, размер SXL трусы, трусы размер L, трусы размер не видно. Так, здесь трусы размер тоже не написано. Восемьдесят пять С. Далее трусы у нас идут М размер. Далее здесь у нас 70Б. Трусы боксеры две штуки размер М. Трусы размер XL. Их две штуки. Далее у нас идет размер 75А, 90Б, здесь непонятно, 38-го, трусы две штуки, тран размер M, стринги, еще бы размер найти, конечно, так, секунду, размер S, трусы XXL, трусы размер S. Далее мы смотрим, у нас идут размер S. Трусы боксер размер M.
все размер S. Плюс все размер XL. 75B. Далее у нас идет 100D. Размер S. Размер S трусы. И 34 размера. На этом все. Всем пока.